Всем привет, друзья! Начинаем новую серию с рулеткой. Знаете, что мы придумали в этот раз? Мы придумали просто одни отжимания. Разнообразные отжимания будем выполнять. Других упражнений, кроме отжиманий, не будет вообще. Поэтому давайте начнем. Будет интересно, не переключайтесь. Полетели! Компания! Раз, два, три! Ну что, друзья, у нас получилось вот так. Данек первый, Андрюха второй, Андрюха третий, Слава четвертый, я пятый. Отжимания на брусьях с прямым телом 30 раз. Полетел. В конце он локти не до конца разогнул. В конце не до конца. Я не знаю, пусть зрители оценят, это считалось или нет. Так в смысле, а как мы тогда считаем, вылетел он или нет? Пусть это считалось, да? Это считалось, да. Мы согласны все, что это считалось. Даня, вот зажмись еще раз от пола один разочек, и тогда считается. Засчитаем тебя. Засчитаем тебя. Подчинительный пацан. Все, Найс, засчитали. Так и быть. Оба-на. Так. Что это у нас? Стойки на руках 5 раз. Полетел. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Оба-на. Отжимания средним хватом от пола 30 раз. Ой-ой-ой. Узким хватом от пола 20 раз. Ребрич хрустишь. А, я думал, я сольюсь. Оба на 15 чёрт. На, бросишь 15 с наклоном. Оба на. Узким от пола. 20. Ооо, это не моё. Дядь, ты не слышишь, потому что узким. Не, я могу узким, я отжимался узким. Давай, полетел. Надо где-то поудобнее, чтобы тут кривой пол просто. Это узким. Это почти как... Узким! О, да, погнал. Не, ну типа, это из-за потери, чего вообще? Изи! Перекручивай центр. Да. Вот так, это отжимание средним хватом от турника 7 раз. Это у нас отжимание средним хватом за голову 7 раз. Берем плащение в Дани. С хлопком от пола 10. Третий крутанул. Да, это чисто. Узким хватом от пола 20. И сделать вот так вот. Он может выпасть. Ну, сейчас, по идее, снова. За голову узким хватом 7. Все. Все равно жопа наверху. Ты бы выгнал. Он не сделал 7, что ли? Сейчас вот 7. Это от пола широким хватом 40. От турника широким хватом 10. Отжимания на брусьях с прямым телом 30 раз. Последний. Хорош. Да блин. Так. За голову узким 7. Погнали. В
смотря голову с кем 7. Нифига себя там колбасило. Вытряс, просто вытряс. Отжимание средних ватт на турнике 7. Блин. За голову узким 7. А я тебе буду ногу держать, чтобы ты не уехал. А, если ты... Держи Артура, а то он сейчас уедет. О, 30 что-то. Отжимание, что там? На брусьях с прямым телом 30. У Андрея везде нагрузка. Еще два. Ребят, такая тема, что мы решили сделать один вылет, потому что слишком долго идет игра. Андрюха вылетает, к сожалению, а мы продолжаем вчетвером. И выпадает от пола узким хватом 20 раз. 20. Я был. О, на турнике узким 5. Артур знает, он видел, я же делал. Ниже. Да мне пузырь не дает. Видимо, гигантская. Недавно Виктор сразила. Я тупо в пузо упираюсь. Психал. 30. Да. Отжимание на брусьях с прямым телом 30. Раз. 30, как на изи. На пропуск, ну почему не пропуск? Ну, так, ну почти. Это 5. На... На одной руке 5. Так нет, мы же помнишь, как вчера говорили, как на одной руке надо отжиматься, чувак? 3. 3, давай. 4. И... 5. Тенка. Узким хватом от пола 20. Опять! Да у меня уже... 3 раза подряд. Горит! Да, как все просто, а? Да пропуск будет, нет сегодня? Узким хватом от пола 20. Все. Если нужно бегать к брусьям, то будем прям бегом. Следующий раз надо просто, чтобы Андрей включил. Отжимание за голову 7 раз, широким хватом. Голова клюет. Как взял? Давай. Такой. Ему рюмки не хватает. Он 6 сделал. 7 сделал я. Я не парафан, а я рапан. Это серьезно. Отжимание за голову широким хватом 7 опять. Жопа, 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 подожди, жопа, 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 жопа. Я сейчас вылечу. Все, давай. Я держу, давай. Я тоже. Ну что, ребят, Андрюха тоже вылетает, нас остается всего лишь трое. Давайте продолжать. Ой, 40. От пола широким 40. Я даже так встать не могу. А вот это уже посадный я. Ты че, блин? Ослабил горизонт? Да. А, давай надо. Хорош. Пропуска сегодня вообще нет. Отбросим глубокие 20. Да, летим. Ниже. А, отжимание в стойке. Отжимание с лобком от пола 10. Занесло. Не было, не было. Не было, два хлопка не было. Шесть, по-моему. Не было. Не было.
смысле не было? Да не было, ты не до конца. Сколько я сделал? 4 хлопка не было. А сколько я сделал вообще? 6 без, или 5 без хлопков, да? Окей. Да. Еще давай. Еще 5 надо с хлопками. 2, 3. Последний с хлопком. За голову узким семя, блин, это сложно. Все. Капец. Мощно. За голову узкий 7. Да. Не, ну жопа у тебя прыгает. О, вообще нормально. Блин, да ну! В сраку это упражнение. Убираем его, да? Я вылетел, короче, ребята, они вдвоем остаются. А, мы с Даньком! Дай 5. Нифига себе, она прокрутилась. Так, она изначально тут остановилась. Смотри, как его бьет. Да, вот это же есть, я сейчас право как-то. Писец. Блин, только давай в другую сторону, потому что там засветило. Вот так лучше. Так я постоянно. Вот так, да. Есть. О, 7. Отжимания с хватом за голову. О, на одной руке 5 раз. Еще послабо как-то. Узким от пола 20. Но мы только разминаемся, чего? Сейчас еще 20 минут будет. Даня. Че ты стоит-то бьешь? А че ты стоит-то бьешь? О, 7. Все, погнал. Ниже! Ниже! Давай я тебя пододвину. Во! Четыре. Пять. Шесть. Ничего себе! Ничего себе! Отжимания средним хватом за спину. За голову. Окей. Я даже не знаю, как держать. Снимаем рулетку судьбы, пацаны. Через пару дней. Так. Пропуск! Ни хрена! В среднем за голову 7. Блин, я слишком высоко. Вот, да, вот так. Ты не Даня, как так? Я не мог пропуск выпасть. На одной руке 5. Надо другой широким, было широким легче делать. Вот эти отжимания. Я здесь сейчас сколько? 15 делал, узким у меня только 7. Сколько? На, стойки надо поставить. Стойки, ну, бля! Дай мне насрать на технику. Ой-ой-ой! Я руку слишком это... поставил. Стой, 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 нет! Я не упал! Сделал. Да ну я тупо упал от стены! Ну что, друзья, мы закончили. В этот раз выиграл у нас Даниил, поэтому давайте поздравим его в комментариях. Мощный парень. Вот, а так мы все старались, было сложно. Ребят, какое самое сложное для вас упражнение было? Стойки на руках отжимания. Стойки для... на руках, а для меня самое да, сложное широким. Было вот это, блин, разгибание рук. Это прям капец. Для меня так же, кстати. У меня прям болело вот тут в суставах. Ну если бы тебе выпала стойка, ты бы, ну в смысле, в стойке отжания ты тоже не сделал. Я бы сделался, потому что вот, ну кому-то какие-то упражнения сложнее давались, кому-то какие-то легче. Это так и должно быть, потому что у всех там разная подготовка в разных мышцах и так далее. Ну все, а так спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наши инстаграмчики, каналы и так далее. Все будет в описании. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Самое что прикольное, то что мы смотрим именно на мусорку. Мусорка. Вон женщина идет, скажет, что.